Кстати, добрый день. Наверное, у вас сейчас день же, да? Если... У меня день, да. Да, у нас ночь. Практически, да, практически поздняя ночь. Мы сегодня говорим о событиях, которые происходят в Республике Беларусь, и если, наверное, не абстрагируясь от политики, но так или иначе поговорить об экономической составляющей, в частности, вот сейчас Евросоюз направляет санкции, ну вот Латвия и Эстония уже персонально санкции ввели. Как, на ваш взгляд, все то, что происходит сейчас в Республике, отразится на экономике, учитывая реакцию со стороны ЕС в том числе? Ну, смотрите, мне кажется, что все, что сейчас происходит в Беларуси под влиянием событий в других странах, ну, то есть введение санкций, никак не отразится на экономике Беларуси. Ну, потому что санкции, которые вводятся против отдельных политиков, будь то президент, будь то министр, будь то генерал полиции, будь то командир отряда ОМОНа, ну, в общем, это мало как влияет на экономику. От этого экономическая активность в стране не меняется, от этого рабочие места не исчезают, от этого экспортные мощности не сокращаются. Ну, собственно говоря, поэтому мы это все очень хорошо видели на примере России, против которой вводились санкции, ну вот уже там после лета 2014 года, да, после сбития малазийского MH17, все остальные санкции практически были персональными. Ну и очень хорошо понятно, что санкционное давление на Россию, оно, в общем, свелось практически к нулю. Поэтому я думаю, что то, что делает сегодня Евросоюз, тем более, что он делает это крайне медленно, ведь до сих пор нет санкций самого Евросоюза, да, никаких вообще, даже персональных, даже вот этих вот очень слабых и немощных, вот, но это никак не отразится на экономике Беларуси. Ну и, собственно говоря, и на политической ситуации тоже никак не отразится, ну, кроме того, что там Лукашенко или Путин, ну, они просто так вскользь упомянут, ну, вот опять, конечно, там эти санкции, опять что-нибудь такое хотят нас ущемить, но мы же очень сильны, и мы всему сможем противостоять. Поэтому я к этим санкциям серьезно не отношусь. Ну, если вообще рассматривать санкции как инструмент влияния, потому что можно вспомнить Иран, который находился под санкциями, Куба, которая была блокадой, в общем-то, это достаточно дорого им обходилось. То есть санкции как инструмент воздействия на политические режимы, системы, может быть эффективным, как вы считаете? Ну, смотрите, вы сами назвали пример эффективных санкций, санкции против Ирана. На самом деле, вот за последние там, пару десятков лет это самые эффективные санкции. Но нужно хорошо понимать, что в отношении Ирана не только были введены санкции на экспорт основного товара, это нефти и нефтепродукты, в основном нефти, конечно, была запрещена какая-либо торговля для американских и европейских компаний с Ираном. Были заблокированы счета Центрального банка Ирана в других странах. Были заблокированы счета коммерческих банков. Ну, в общем, были практически приостановлены любые контракты страховых компаний. Ну, то есть Иран оказался в такой международной экономической изоляции, когда он еще и, в общем, что называется, твердую валюту, там доллары, евро, швейцарские франки в свое распоряжение получить практически не мог. И вот такой супер жесткий режим на протяжении там, 2-3 лет, да, привел к тому, что внутреннее возмущение, внутреннее недовольство, внутренние настроения в стране изменились, и Иран пошел на, вот, ну, на ту самую ядерную сделку, которая была подписана в 2015 году. Ну, вот это тоже происходит, как видим, не сразу. Но, тем не менее, санкции вот такого масштаба, они, конечно, могут повлиять и на экономику в сильной мере. Но хотя вы сами видите, что с точки зрения политики в Иране мало что изменилось. Да, на выборах победил более прогрессивный, по иранским понятиям, кандидат. Но, собственно, политика Ирана какой была, такой и осталась. Поэтому не нужно преувеличивать значение санкций. Санкции, в конечном итоге, это инструмент дипломатии. И самое главное, чтобы страны, которые принимают санкции, вводят санкции, они очень хорошо понимали свою цель. То есть вот в случае с Ираном цель была заставить Иран сесть за стол переговоров. И эта цель была достигнута. Да, с точки зрения санкций, которые вводились вот против России после агрессии против Украины, ну, цель была изменить внешнюю политику России. Ну, те, кто стоят, что называется, сторонниками санкций, да, те, кто защищают санкции, говорят, ну, конечно, смотрите, после 2014 года Россия уже ни на кого больше не нападала. Ну, что в общем, наверное, правда. Да? Вот. Но мы сейчас видим по ситуации с Беларусью, что как только случилось нечто
что заставляет Владимира Путина нервничать и говорить, и понимать, что угроза приближается к границам России, он говорит, ну, собственно говоря, мы готовы, мы уже даже специальный резерв создали, чуть что готовы войти в Беларусь. Ну а санкции, которые США ввели против российских ученых, которые создали вакцину от коронавируса, это для чего? Ну опять, это те же самые персональные санкции, и мне кажется, что ну, они больше, ну, знаете, есть такое выражение, для очистки совести. Да, что вот нельзя вообще ничего не делать, но сделали это. Мы с вами хорошо понимаем, что вот ученые, если они в действительности заняты созданием химического бактериологического оружия, то они, скорее всего, имеют очень серьезные формы допуска, никуда за границу их не выпускают. Ну и уж, конечно, там по уровню жизни они не могут себе позволить купить там дачи, особняки, не знаю, там во Флориде или в Испании. Никаких банковских счетов в Швейцарии у них нет, отродясь не было. Они не могут себе этого позволить. Поэтому смысл этих санкций, ну, не совсем понятен. Ну, опять я скажу, это вот такие некие ритуальные действия, чтобы всегда можно было ответить, знаете, а мы еще вот это сделаем. Ну, вот сейчас обсуждается вопрос, и Германия, в частности, заявляет о возможном введении санкций в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Вот на ваш взгляд, какими могут быть эти санкции, и могут ли они на что-то повлиять? Ну, опять, мне кажется, что ситуация с отравлением Алексея Навального с точки зрения такой немецкого ордунга, да, она вообще ну, до конца там даже не очень понятно, против кого вводить санкции. Ну, ведь не против же Владимира Путина, там, не против директора ФСБ господина Бортникова, не против секретаря Совета Безопасности Патрушева, да, ну, а, вот, ну, а что еще? Там, вот, собственно говоря, никаких серьезных фактов на руках у немецких медиков, тем более у немецких политиков, сегодня нет, кроме того, что есть понимание того, что Алексея Навального отравили, но не очень понятно, ни кто это сделал, ни каким образом он это сделал, да, ни почему приказу это сделал. Поэтому вот пока на эти вопросы хотя бы не будет дан ответ, то я не думаю, что Германия в состоянии будет ввести санкции. Ну, нет, конечно, можно ввести санкции, не знаю, там, против председателя Следственного комитета, например, господина Бастрыкина, или против генерального прокурора господина Краснова, которые отказывали, ну, которые провели проверку и за один день выявили, что там не было никакого состава преступления. Вот, и отказались возбуждать уголовное дело. Но мне кажется, что, знаете, как это, до этого дело не дойдет. И вот на каком-то более низком уровне санкции могут остановиться. Но опять, мне кажется, что вот введение Германии или кем-то еще санкций против России за отравление Алексея Навального, но это вещь настолько гипотетическая, что об этом сейчас очень рано говорить. Вот, На экономическом сотрудничестве с Россией это как-то может повлиять в отношении со стороны других стран, вот это предполагаемое отравление Алексея Навального? Ну нет, конечно. Мы же очень хорошо видим, что вот политические вопросы политическими вопросами, а прибыль бизнеса, это, она живет сама по себе, она является основным движущим моментом при решении многих политических вопросов. И мы видим, как талантливо Владимир Путин коррумпировал верхушку германского бизнеса, предложив им газ по более низкой цене за счет строительства газопровода «Северный поток-2». И, собственно говоря, вся немецкая политическая элита, весь немецкий бизнес, они спят и видят, когда же газопровод запустится, и чего эти русские копаются, никак не могут последние 160 километров трубы проложить. Да, ну, скорее бы пригнали свой дешевый газ, который они нам пообещали. Поэтому мне кажется, что вот, и, собственно говоря, это же есть один из вопросов, дилемма, которая стоит всегда перед политиками в любой стране, когда они обсуждают, вводить санкции или не вводить санкции. Насколько сильным будет косвенный удар по вашему национальному бизнесу. Помните, 2 года назад, когда обсуждался так называемый кремлевский доклад, и в очередной раз американское казначейство обсуждало вводить или не вводить санкции на покупку, запрет на покупку российского внутреннего госдолга, то министр финансов США господин Мнучин подписал такую бумагу, где очень там на нескольких страницах объяснял конгрессменам, сенаторам, что нет, этого делать не надо, но потому что это нанесет ущерб американской финансовой индустрии, что там убыток может там, не знаю, там несколько десятков или даже, может быть, сотен миллионов долларов, но ни в коем случае вводить такие санкции нельзя. Но, представляете, это вот шла речь о ситуации там, с
продолжение вмешательства в американские выборы, да, кибератаки на Америку. То есть вот санкции об этом были. Потому что если в той ситуации Америка отказалась вводить такие санкции, которые на самом деле тоже там, по интересам американского бизнеса, ну да, конечно, как потеря там, не знаю, там, полумиллиарда прибыли для банковской системы, это важно, но, в общем, не бог весть сколько. Вот, то, конечно, за отравление Алексея Навального, ну, санкции, серьезные экономические санкции я бы не стал ожидать. Но что касается отравления Алексея Навального, понятно, что это вопрос не из области экономики, но что думаете вы, что произошло и почему это случилось? Вот, можно ли сейчас дать такой ответ на этот вопрос? И что об этом думаете? Ну, мне кажется, что ответ на вопрос, что случилось, дать можно. Алексея Навального отравили. Кто дал приказ? Ну, видимо, там люди на достаточно высоком уровне, потому что в этот день за Алексеем Навальным не было слежки. Да, слежка, которая в России за ним ведется, ну, не только в России, и за границей ведется практически постоянно. Да, вот в этот день за ним, вот, что называется, наружное наблюдение не ходило. Значит, кто отдал приказ о том, чтобы наружное наблюдение именно в этот день не ходило, он ну, в состоянии дать приказ российскому ФСБ. Но это вот пока все, что мы можем сказать. Был ли это лично Путин, или был ли это какой-то из его адъютантов, или был ли это там условный Сечин, да, который имеет серьезное влияние на российские правоохранительные органы. Но мне кажется, что об этом говорить сложно. То есть тем, кто следит за Алексеем Навальным, дали выходной? Ну, можно сказать, что так, да. Что их попросили не выходить на работу. Отгул. Отгул за прогул. Но здесь ведь можно еще рассматривать это с точки зрения, что сейчас, что бы российская власть не делала, что бы она не совершала, все равно Европа и условный коллективный Запад не перестанут с ней разговаривать. То есть после 2014 года, после там, не знаю, вот, истории с Алексеем Навальным, хотя там, конечно, много еще непонятно, Россия все равно может это делать. Никто от работы с властью российской не откажется. Можно ли сделать такой вывод? Ну, да, конечно, тем более, что, смотрите, реакция там, и Евросоюза, и Соединенных Штатов Америки на отравление Алексея Навального, ну да, конечно, она была, но на уровне слов, что, ой, мол, нехорошо. Нехорошо травить политических противников, ну и, собственно говоря, и все. Да, да конечно, там, ну, наверное, невозможно подумать о том, что Америка откажется от переговоров с Россией по ядерному вооружению, да, о сокращении ядерных вооружений, о судьбе договора «Старт-3», например, да, или что Германия заявит, что там канцлер Меркель заявит о том, что она выступает против новых инвестиций германского бизнеса в Россию. Ну, послушайте, реалполитик состоит в том, что без России, как крупного поставщика сырья на мировой рынок, без России, как страны, обладающей вторым по величине ядерным арсеналом в мире, но и арсеналом, который может уничтожить Землю несколько раз, вот, ну, конечно, там не разговаривать, совсем не разговаривать с такой страной невозможно. Поэтому это такая, наверное, иллюзия, да, что вот можно с этой страной не общаться. Да, после агрессии вот, против Украины там продолжался эта нерукопожатность Путина на протяжении какого-то короткого времени. Мы все хорошо помним кадры из встречи двадцатки в Австралии, да, когда он там один сидел за столом, и к нему никто не хотел садиться. Вот, но это прошло, и, собственно говоря, ну, это не означает, что агрессию против Украины забыли, да, но это говорит о том, что современный мир все-таки достаточно сложная конструкция, и вот эта вот гибридная агрессия России против Украины, ну, многими воспринимается как неизбежное зло, но победить которое в сегодняшнем мире невозможно. Будет ли теперь, на ваш взгляд, нерукопожатность в отношении Александра Лукашенко? Я думаю, что какое-то время, не знаю, может быть, там полгода, может быть, год, может быть, даже два года, Александр Лукашенко будет нерукопожатным. С ним, конечно, никто не будет из европейских лидеров, из мировых лидеров встречаться. Ну, может быть, за исключением Путина и Си Цзиньпина. Вот. Но пройдет какое-то время, он поругается с Путиным по какому-нибудь вопросу, намекнет Западу, подмигнет Западу глазом, скажет, слушайте, ну, в общем, все, что было там, в 2020 году уже давно забыто, оппозиция куда-то растворилась, ее уже не видно, собственно, ее и не было.
а вот смотрите, я сейчас там хочу Путину устроить козу, да, вот помогите мне, поддержите меня, давайте обсудим. Ну, собственно говоря, поэтому я думаю, что и вот это вот транзитное положение Белоруссии между Европой и Россией тоже, в общем, оставляет место для президента этой страны, для того, чтобы его иногда приглашали за стол переговоров. То есть вариант его свержения, скажем так, вы не рассматриваете? Просто наш зритель задает вопрос вам, куда, по мнению Сергея Алексашенко, может сбежать из страны Лукашенко? Ну, по всей видимости, никуда, учитывая, что вы в перспективе сказали о рукопожатности. Смотрите, нет, это же два разных вопроса. Куда может сбежать Лукашенко? Он без проблем сбежит в Россию. Я думаю, что дачу на Рублево-Успенском шоссе или там в Крыму ему Путин обеспечит. Может быть, обеспечит даже особняк. Ну, там Януковичу говорят, что в Ростове, ну, значит, там Лукашенко можно в Смоленске, поближе к границам Беларуси. Вот. Но другое дело, что никто его свергать не будет, в смысле, вот, внешние силы. Да? Там ни Польша, ни Литва, ни тем более Америка не ставят своей целью свержение режима Лукашенко. Конечно, и Европе, и Америке хочется, чтобы в Беларуси, так же, как и в России, был демократический режим, где бы уважались права человека, где бы люди имели право на высказывание своего мнения, и за это бы их не били дубинками, не сажали бы в тюрьму или в концлагерь, да, такой вот, как импровизированный. Вот. Но сказать, что Америка готова послать свой спецназ и свергнуть Лукашенко, ну нет, значит, такого, конечно, никто всерьез не обсуждает, поэтому... Несмотря на все эти вот страхи, про которые Лукашенко говорит, что тут там на границе с Польшей готовят дивизии для его свержения, ничего такого не происходит. И если кто-то дивизии готовит, то, конечно, это Путин. Но вот это высказывание про ядерную бомбу, про автомат, что он пришел с автоматом, потому что опасался ядерного удара со стороны НАТО, это такая игра на внутренний электорат или как вы считаете? Ну, вы знаете, вот есть такая, ну, сказать, присказка, да, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вот мне кажется, что Александр Лукашенко, он временами теряет контроль за своими словами, и у него слово опережает мысль. Он не успевает даже подумать, ему кажется, что это красиво. Послушайте, сегодня в военной стратегии НАТО, в военной стратегии США нет никакого превентивного ядерного удара, ну, а тем более... по стране, не обладающей ядерным оружием. Поэтому ну, вот просто даже всерьез говорить о том, что кто-то собирается сбросить бомбу на Беларусь, ну, это смешно, потому что после этого вся страна окажется на территории радиоактивного заражения, где невозможно будет жить там долгие годы. Ну, вот, знаете как, у человека свои страхи, свои комплексы, он думает, что он этим кого-то может напугать. Ну, наверное, есть какое-то количество белорусов, которые всерьез считают, что там неизвестный супостат, который у нас на самом деле там 26 лет не было при Лукашенко, никто про него не говорил, никому белорусской территории, кроме как России, не была нужна, вдруг неожиданно откуда-то из пучин морских возник и хочет там ядерным оружием добиться исчезновения белорусского народа с лица земли. Ну, вот знаете как, это все-таки, наверное, мы должны говорить там о там, медицинских аспектах поведения президента Беларуси. А если говорить об экономической модели, потому что ну, один из аргументов в пользу Александра Лукашенко, он, кстати, очень часто и в Латвии звучит, что он сохранил производство, он сохранил заводы, и они работают, там, БелАЗ, МАЗ и так далее. А вот, например, в той же Латвии заводы тоже есть, но и гораздо меньше. Вот насколько эффективна белорусская экономическая модель, как вы считаете? Ну, вы знаете, белорусская экономическая модель эффективна ровно настолько, насколько Россия готова ее поддерживать. Вот по оценкам российских экономистов, там все там, 26 лет, ну или там, скажем так, давайте не 26, там 20 лет путинского правления, Россия ежегодно поддерживала белорусскую экономику в объеме от там, 4 до 6 миллиардов долларов. Вот, что для Беларуси, если я помню правильно, ее ВВП где-то порядка 80 миллиардов сейчас, ну, считайте, вот там 7-8%, ну, там 10% в отдельные годы ВВП вам приходит в виде подарка, вот так падает с неба. И, в общем, когда у вас есть такие огромные деньги, которые от вас не зависят, но которыми вы можете распоряжаться, то ваша вот действительность, ваша экономическая витрина будет выглядеть гораздо привлекательнее, чем на реальное состояние белорусской экономики. Да, поэтому ну вот, можете там спроецировать на себя, но это вот, давайте переведем масштаб России. В России там, ВВП составляет, ну, условно, 1,5 триллиона долларов,
Вот представьте себе, что Россия ежегодно получает подарок неизвестно от кого в размере 100 миллиардов долларов. Да? Ну вот для России это примерно 40% федерального бюджета. Ну вот, чтобы вы понимали, да, вот, ну, конечно, если там вот министр финансов Силуанов получает в свое распоряжение еще 40% денег, которые он может просто тратить, ну, там, многие российские отрасли, сектора, да, они почувствуют, ну, просто, слушайте, в стране какой-то вот такой бум, да, и жизнь прекрасна и удивительна. Но как только вот этот поток денежный от доброго соседа, как только добрый сосед становится злым, сердитым, неудовлетворенным, и этот денежный поток прекращается, то в белорусской экономике начинаются проблемы. И, собственно говоря, вот они сейчас начинаются. Они начинаются не потому, что забастовочное движение началось, а потому что Путин не хочет давать новые деньги Беларуси. А как в США в данном случае говорят, в том числе на федеральных, на каналах о том, как представляют Беларусь или Белоруссия? И говорят ли вообще об этом? Да, говорят ли вообще об этом? Ну, надо хорошо давать себе отчет, что Беларусь маленькая страна, находящаяся в Европе, и большинство американских, как сказать, американского населения не представляет, что это такое, где это такое. И, конечно, когда начались вот эти жестокие избиения протестующих, когда белорусы стали там десятками, сотнями тысяч выходить на улицы, это публиковалось на страницах газет, это проходило короткими репортажами на телевизионных каналах. Но вы знаете, современные медиаиндустрии построены таким образом, что нельзя об одном и том же рассказывать каждый день. Да, вот нельзя говорить о том, то есть это нам с вами может быть интересно, да, там сколько белорусских предприятий доставало сегодня, и вышли ли сегодня там 10 тысяч или 50 тысяч на улице Минска и прошли своим маршем. Америку этим не заинтересовать, потому что Беларусь точно совершенно не относится к сфере американских интересов. И за ситуацией в Беларуси здесь всерьез мало кто следит. Поэтому давайте я скажу так, что очень-очень умеренный интерес. И если интерес и возникнет, то он возникнет в случае, когда и если в Беларуси изменится политический режим. А дело Навального интересует американцев сегодня? Да, интересуют. Все газеты поместили там 2 или 3 дня, они писали, делали большие репортажи. Но опять, вот знаете, как новых новостей нет, масло масляное, да? Никаких новостей нет, и ситуация опять уходит с повестки дня. Ну, только то, что происходит, да, сегодня, там, вчерашние новости мало кого волнуют. Это правда. То есть политики об этом говорят, а это может примелькнуть строчкой там, выступления там, государственного секретаря или в строчке в комментарии в какой-нибудь газете, когда говорится о ситуации в России. Вот. Но сказать, что вот всерьез обсуждается, послушайте, даже в российских медиа мало что говорят вот о содержании. Если вы почитаете, да, то в конце концов это там пересказ одного и того же. То есть никаких новых фактов нет, и поэтому очень тяжело говорить об этом. Если речь идет о том, что, наверное, в политическом Вашингтоне, да, конечно, эта тема обсуждается, но сейчас там Конгресс находится в отпуске, да, и члены Палаты представителей готовятся к выборам, у них у всех выборы 3 ноября, треть сенаторов готовится к выборам, поэтому я думаю, что им, скорее всего, сейчас не до Алексея Навального. Ну что ж, мы благодарим вас, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашего стрима. Сергей Алексашенко, экономист, был с нами на прямой связи из Вашингтона. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания.